Всем приветики. Как оказалось, а многие не умеют щелкать пальцами. Я сейчас довольно-таки без напряга. Хотя не всегда вот и получается. Когда получается, когда не получается. Хотя я так-то умею, но иногда бывает не получается. Не знаю почему, но бывает не получается. А чтобы это сделать, достаточно вот сложить пальцы. Так вот, ну, вообще щелкается вот этим пальцем. То есть, именно вот так вот. Ну, большинство людей щелкает. Именно вот этим пальцем. А этот просто для красоты прилаживается, чтобы, типа, так вот, когда щелкаешь, рука сложилась, типа, щелк. Хотя нужен всего один палец. Но, естественно, так никто не щелкает, потому что и так и звука это не будет. А слаживаются вот эти пальцы, чтобы когда палец ударяется, он ударил именно по мышце. То, что если не будет этих пальцев, он просто соскользит и не ударит. И для этого нужно просто сложить пальцы. Вот два пальца. Слаживаем. Ну, можно и этот, и третий, всеми тремя так вот щелкнуть. И просто как бы... тянем их. Начинаем тянуть их на большой палец. То есть, ну вот, сложили два пальца, начинаем жать. И убираем большой палец. И оно так хлоп. Ну, получается, здесь оно начинает появляться давление. Типа мы нажимаем, то мы убираем палец, и оно хлопает. Ну вот, легко получается. Хотя бывают моменты, что не получается, но пару раз пощелкаешь, и оно получится. Так что, если у вас сразу не получается, просто пощелкайте. Просто, может быть, как-то так оно... У меня у самого тоже не всегда получается. Так-то вот. Бывает есть звук, бывает нету. Ну вот, просто надо расщелкаться, как бы вот, да. Сжимаем пальцы и... Нажимаем вот средним пальцем на большой. Большой резко убираем, оно щелк. Вот, этот просто для красоты. Хотя можно всеми тремя, но он просто для красоты. Если не получается, допустим, на этой руке, попробуйте на этой. У меня на этой вообще не получается. У вас, может быть, наоборот, на этой не получится, а на этой получится. Или наоборот, может, если у вас этим пальцем не получается, попробуйте другими, не знаю, вот этим щелкнуть, вот этим. У некоторых даже мизинцем получается. На одной руке, на другой руке. Разное положение пальцев. Попробуйте так щелкнуть. Не получится, попробуйте так. Не получится, попробуйте так. У меня так вот не получается. А так вот. Уже какой-то звук пошел. Разную силу попробуйте. Не получается. Слабенько так вот. Нажмите сильнее. Ну, в общем, пробуйте разные положения. Там ниже, среднее, выше, там левее, там правее, как бы сильнее, слабее, разные пальцы там тоже такое вот все пробуйте. Не получается, ну, на одном получится, на другом. И не обязательно, что у вас вот вы не получилось, и все, вы сразу не получилось. Попробуйте там, не получилось, на другой палец. Не получилось там, на другой там. Не получилось на другой, там разное положение, на другую руку, там как-то. Но у меня лучше всего вот здесь получается. В общем, два пальца вот эти должны быть здесь, потому что если вы так щелкаете, так и у меня звука не получается. Они должны быть здесь, как бы, чтобы было почему ударять. То есть, чтобы вот, как бы удар шел именно вот сюда. Потому что если их не будет, оно будет... И оно будет скользить, и удар не будет. А так пальцы будут стопорить его, и оно будет здесь останавливаться и создавать удар. Вот. А этот просто как бы для красоты. Кто-то так щелкает, хопа.
и чисто два пальчика такие тут остаются, такие тут. Так, типа щелк. Эй. Так, эй. Эй. Все. Офица. Офица. И два пальчика так тут щелк. Так, типа щелк. И два пальчика так остались тут, типа. А у кого-то вообще все такое заходит. Ну, типа так щелк. Щелк. Но в основном, конечно, даже так вот щелкают. Официант, мой заказ. Вот. Ну, я сам бывает не получается. Кстати, когда долго щелкаешь, устает как-то вот здесь вот устает. Ну, потому что у меня, чтобы щелкнуть, я силу прилажу, то есть. А бывает у меня и вообще без силы так легонечко, так щелкает оно получается. Ну, не всегда. И у самого бывает не часто получается. Но в целом я умею щелкать. Вот сейчас вот налегке получается. Без приложения силы. Тогда и палец не болит. А когда начинаешь со всей силы давить, а он-то получается. И громко, но потом болит вот здесь вот палец, как бы. Потому что, ну, получается, сюда основная, как бы, ложится напруга. И поэтому болит. А если налегке? Ну, как-то так вот. Вот как-то так. Пробуйте, и у вас обязательно получится. Может быть, не с первого раза, со второго, не на одной руке, так на другой, не на одном пальце, на другом. Ну, пробуйте, как бы ищите свою, как бы, точку срабатывания, где тут, там, так, там. Ну, в общем, пробуйте, у вас обязательно получится. Вот как-то так. На этом все. Всем покедова.